Так. А где? Будете работать? Че, ладно. Дронов надо реально расширять, иначе ни хера не делают. А в маленьком составе. Так, еще раз. Каркасы в обычных этих тебе крафтить, да? А, стоп, я не могу, если у меня... Нет, могу. А. Так. Были аккумуляторы. Теперь нам нужны электродвигатели. Есть каркас дронов. Блин, ну у каркасов на самом деле самое сложное это 4 этих настроить. А, ну и сразу можно вот эти штуки тоже скопировать. Красненькие вам нужны? А, сейчас разберемся. Так, где-нибудь подальше. Так вот. А, улучшений пока для вас нету. Давайте грейденем все до синеньких, потому что красненькие у меня закончились. Синенькие зато имеются. Так, еще раз, тебе нужны. А, так, помню, шли этим. По ближнему зеленая сталь, все остальное на дальнем. Ближний это вот это, зеленая сталь. Точнее, не зеленая сталь, а зеленая и сталь. Так. Два запроса. Че ты прилетел? И что ты прилетел? И что? Ну и где твои красные, блядь, конвейеры? Вали отсюда. И некуда тебя уносить. Иди обратно, откуда взял, туда и клади. Че ты сюда бы-то приперся? Да. Без желтых ничего не могут. Держите, блядь, свои желтые. Так, я забыл, что надо. Зеленая сталь. 30 этих. Не знаю, может быть, побольше, конечно, сюда притаскивать, но как будто бы смысла больше нету делать. Или есть. Так, сюда мне ничего дальше не уходит. Наверное, здесь можно остановиться. Зелененькие пришли. Так, а сюда мне надо как-то протиснуть вот этот конвейер отчасти. И мне надо еще на этот конвейер дополнительно выкладывать аккумуляторы. Нет, аккумулятор мы здесь крафтим. Электродвигатель. Мы их не крафтим. Так, а они у меня в сундуке же. Вроде я специально поставил там сундук. Да, есть сундук. Отлично. Так, это все делается. Вам не хватает каркасов, вам не хватает красненьких. Внезапно вам еще красненькие здесь нужны. Ой, я могу отсюда выкладывать красненькие. Надо теперь фильтр, наверное, поставить, чтобы ты лишнее не брал. Будешь вытаскивать только сталь. А ты будешь запрашивать еще параллельно красненькие. Так, стоп, тварь. Спел, да? Нет, ты будешь только красненькие вытаскивать. Саль нам тут не нужна. Так, красненькие для тебя. Может быть, красненькие прямо здесь вытаскивать? А не... Зачем мне вот этот вот путь весь проходить? Ну, чтобы сундук лишний не тратить. Я лучше потрачу из десяток синих конвейеров, чтобы не тратить этот сундук. Так, а вы все... Блин, а вас двое. Пару сотен турелей. Можно перестать из тратки на турелях подсказывать? Так, хочу, наверное, все в центр разгружать. Так, пускай здесь два сундука стоит. Нет, вот такие нужны красненькие. Так. Вы не в зоне. Да чуть-чуть не хватило, да? Так, а я не зашел еще в зону? Вроде нет. Жук вроде как далеко. Далеко ведь? Ну, он как бы может здесь проползти, задеть, но, по идее, не должен. Далековато еще от него. Так.
звук. Ошибка. Ага. Интересная ошибка. Факторио ошибка или это кто-то другой? Так, вы что не работаете? Каркасов нет, вы что не работаете? А, каркас одевать некуда. Согласен. А куда вы раньше девали? Стоп. Интересная система. Я уже их на ближний пустил. А, ну это... Кто дышит? Ты дышишь? Так. Ctrl-X. Ctrl-V. Тогда вот так сделаем. Тогда пускай будет красненький. У меня красненькие заканчиваются. Давайте закажем. Красненькие, которые манипулятором. А чё, как дела у ракеты, интересно? Запускаешь? У тебя есть ресурсы? Есть ресурсы, почему не работаешь тогда? Ну ты не работает, да? Оранжевые кончились? Нет. Запуску готово, а почему ты не таскает оранжевые? Не хватает дронов, типа? Дроны. Почему оранжевые не таскаем? Можно как-то увидеть запросы для дронов, которые они не готовы выполнять? Пускай объяснят, по какой причине они не готовы это делать. Но они летают, согласен. Красненькие? Ну, красненькие. Поразряженные? Чего дронам не хватает? Чего они таскают не оранжевые эти банки? Запрос... Вроде 4000, а это 2400, нет, это только 1000, это один раз запустили. Место в корабле? В каком корабле у них места нет? Здесь место есть, везде место есть, не знаю, где у них места может не хватать. Это же считается за ячейки? Вроде как считается, грубо недозначено. А, автоматически. Нет, это чтобы строить. Один раз он же притащил, почему-то второй раз не хочет. Чем мне нравится-то? А, потому что минимум стоит. А-а-а, ты тварь, свой минимум. Каких минимумов? Да, я забываю то, что вы не в сети, потому что... А, потому что столбик короткий. Электричество, что? В смысле электричество? А? Вроде электричество есть. Так, дроны. Накрафтились. Вас... Кстати, а может сразу их в эту штуку запихивать? А как их ограничить, чтобы они бесконечно не запихивались? Нельзя ограничений сделать, да? Как-то вот, блин, накрафтить бы там, не знаю, 1000 дронов, на этом остановиться. Бесконечно крафтить не хочется, может быть... Кстати, их почему-то не крафтит. Просто потому, что не хватает, да, банально? Считать, сколько дронов в сети, ну-ка. Эту штуку считает? О, считает статистику по дронам. Транспортные дроны всего... О, да, это прикольно. Всего транспортных Y. Всего строительных Т, да? Дрон станции сети.
А можешь посчитать... А, ну суммарно это надо просто сложить, да, если нам понадобится. Тогда ты... будешь работать пока... Ну, 1000 лан. 1000, наверное, слишком много. Какие мне нужны? Так, транспортные это, которые таскают, да? Транспорт их, наверное, побольше. Предположим, штучек. Не знаю, 300. Если что, добавим. Так, меньше 300. Работаешь, да? И вот так вот заполняешь. А ты, получается... Ну, строительных, наверное, соточки хватит. Строительный дрон. Это ты. Меньше соточки. Вроде оно. Здесь он считывает именно... А, строительные пошли, да? Что это? Да, строительные пошли. Он сейчас, по идее, должен... 62. Короче, скоро он их завершит. Это перекладывает. Надо проверить, что завершил. Так. Все, дрона добавили. Можно валить отсюда. Дальше дрон сами все доделает за нас. Так, а я планету эту. Вы мне ракету загружаете. Короче, да, немножко забыл про эту ситуацию. Но все это время не таскал. Ну, сейчас два свободных запуска у нас есть. А, нам надо еще себя же. Ты успеваешь докрафчивать? Ну-ка, ресурсы. Какие ресурсы заканчиваются? Эти штуки застакались и... Серьезно так застакались на самом деле. Так, а вы? Вы, наверное... А, ну у вас, кстати, тоже все комфортно. А у вас, так, нет, не у вас, у синеньких. Синеньких. А, окей. Всех все хорошо. Ладно. О, таскает, таскает, кайф. Так, что там? Сколько еще ждать? 70. Ждать, как бы. Надо, по идее, вот это все перенести в нормальное место. Я не уверен, а надо ли мне это все? Что тут такого хорошего, что я, например, у себя на той базе не крафчу? Ну, всякие для строительства штуки. Но это, кстати, можно даже здесь оставить, пускай докрафчивается, если вдруг мне еще понадобится. То есть я хотел манипуляторы зеленые крафтить, но, наверное, это на основной базе буду делать, то что перетаскивать ракеты, это на свою планету такое себе. Кстати, да, что я отсюда хочу утащить? Помимо банок, помимо себя. Я хотел конвейеры синенькие утащить. Кстати, синенькие, сколько вы помещаетесь? Соточка. Да. По соточке, конечно, перетаскивать такой синий. Ракет. Блин, а конвейеры очень хорошо жрутся. Как будто бы конвейеров надо избавить. Блин, я тогда не понимаю, зачем нужны зеленые. Зачем в игру добавили зеленый конвейер, если они так плохо себя чувствуют? Как будто бы зеленый это чисто на эту планету. При этом на этой планете конвейеры себя дискомфортно чувствуют. Что им места мало. Хм. Что-то как-то нелогично. В чем подвох? Ну или типа с этой планеты настолько нечего вытаскивать, чтобы хоть что-то было утаскивать, сделали хотя бы конвейеры. Модуль скорости еще, кстати, неплохо было. Кстати, я могу модуль скорости... Да-да-да, надо их сделать. Есть, там легкий рецепт. Единственное, что много всяких предыдущих тиров. Ему хватит 4-2-1? Наверное, нет, но я сделал 4-2-1. Даже скопирую тоже. Так, сюда, блин, не хочется вставлять. Вообще никуда не хочется вставлять эти штуки. Ладно, можно сюда вставить.
Это же все на манипулятор будет чуть правее, потому что на слева еще один завод будет стоять. Так. Сундуки мы пока уберем. А что этот? Опять вы на красненьких все строите. Давайте синенькие. Лампочки, пыш. Так, а почему у вас... Там красненькие не хотите на одной, чтобы тоже штуки шли? А вы, может быть... А, так, а третьему тиру что? Так, третий тир сейчас. Или нет третьего тира? А, не могу рецепт смотреть отсюда. Красненькие, синенькие, а тебе? Тебе красненькие, синенькие. Всем нужны красненькие. Предлагаю красненькие пустить по одному конвейеру. Раз они всем нужны. А зеленые плюс синие по второму. Потому что они нужны не всем. Так, держи себе красненькие. С теми не жу, у меня есть. А мне, по-моему... А, синих у меня разве что только нету. Давайте синие тоже всем добавим. И все. А, ну еще этому штуки. Какие-то эти вольфрамы, что-то такое нужно, да, было? Орбиты. Орбиты тоже тогда надо добавить. Все. Ведь на всякий случай, наверное, вольфрам тоже добавлю, потому что может где-то еще пригодится. Конечно, уже все можно чисто дронами добавлять в будущем, если вдруг реально что-то будет нужно. А я буду на другое... Ой, блядь, я то же самое собираю. Палки немного в другом месте. Собирай. Эти плавилки можно вот эти литейные строить на своей планете? Их нельзя крафтить, а насчет строить, ну-ка. Тина, где это, блин? Если я призраком... Ну, разместить дает, а если, например, что-то, что нельзя разместить? Но у меня такого нет. По идее, может быть, все на это даже можно размещать. Не знаю, как проверить. Опа, а что вы... Ага. Ну, короче, ладно, с жидкостями тут супер проблемы. Мне может быть чертеж на вот этот сундучочек? Я так часто его использую. Единственное, что нет, 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 нет. Чертеж без этой штуки должен быть. Так, зеленики. И синенькие. Что там? Какие красные? Откуда ты их взял? Кого? Блять, вы чё? Дроны. Я тот сундук выбрал или что? Куда они сюда красненькие натаскали? Это же... У вас нет такого запроса? Вы чё, больные? Алло! Чел, у вас запрос уже давным-давно закончился. Прекратите это делать. Реально красных сюда натаскали. Старой памяти, да. Вроде перестали. Что у тебя? Ладно, там старая память.
пускай скопировать. Так. Количество. Ну, пока у нас рецепта нет, поэтому ничего крафтить не будет. По-хорошему, пока у нас нет рецепта, наверное, в сундучочек складывать будем эти штучки. Они растаскивали по некоторым предприятиям, которые они, им нужны. Например, сюда, да? А, сюда первые идут. Сюда должны вторые идти. Так, а как? Так вот что ли сделать? Чтобы дроны понимали, что им сюда надо синенькие положить этого. О, да, так работает. Тоже вторые держим. Где вторые? Чай накрафтится, везде, короче, вторые у нас будут. Есть тоже пускай будут. Хотя здесь не надо. Не так быстро крафтится. Им каркасы нужны, а не скорость. О, кстати, а ты перестал работать? 142. А, в смысле не перестал? Меньше сотни. Что тебе не нравится? Потому что надо тебе не дроны считать, а букву Т считать, да? Нет. 143. Меньше сотни. Включить. Идея выключена, да? Да. А тебе Y. И же Y выдают, а не дронов. Кстати, да, почему не дронов выдают? Почему какие-то Y, Т? А, даже в сундуках не собирает. А, потому что надо было на эти вешать, наверное. Да, кстати, а зачем их сюда-то повесил, блин? Так. А у вас никакой логики не должно быть. Сундук вы должны все собирать, что вам дают. А ты сундука уже... Всё, да, так правильней. Так... А что делать, если место закончится? Как-то можно этих вышвырнуть отсюда? Типа, брысь, летите куда-нибудь в другое этот место. Ладно, пока мы здесь, я, наверное, просто ручками переложу их. Ой, стоп, он сейчас этих будет накладывать их. Так, мне надо моих забрать. Дайте мне моих. А, 50 пускай будет. Так, все, видите, снова в системе. 138, да, все видит. Окей, пускай работают. Так, модуль скорости крафтится супер медленным. Блин, он первым делом сюда пошел, да? Угу. Вместо того, чтобы сюда положить, чтобы эти еще быстрее крафтились. Накрафтили быстрее других модуль скорости, и все бы были довольны, но нет. Ой, не знаю, откуда взять. Сволочи! Это мои были штуки. На другой дрон станции. А, типа сюда дронов тащить. Ну, если, короче, да, если здесь застакаются, то сделаем. Пока ручками перенес. Так, дрон станции настроены. Вроде как дроны тут сами должны со всем справиться. Можно валить отсюда. Буры с собой взять. А, нет, буры, кстати, по-хорошему надо не с собой не брать, а просто накрафтить их хотя бы. Потому что мне, возможно, производство их стало. Тех можно, кстати, вернуть сюда, просто добавив в сундук запроса с электродвижками, которые у меня, кстати, есть. Все резко заработает. Здесь не хватало... А, красных еще? И с красным тогда. И все. Это есть. Это есть. Это есть. Это есть. Железо. Ну, как бы тоже есть. Единственное, что меди нет. Блин, вообще-то временный завод.
Походу пришло время превратить его в постоянный завод, что мне, в принципе, нравится, что он тут работает. Могу вот так сделать. Тесновато слишком, да, я так не могу сделать. Не хватит. Да, места не хватит, надо это тоже убрать. А мы, если вот этот подальше поставить... Эта штука вообще не нравится, как здесь стоит. Сейчас. Так, тут труба крыш. Труба где-нибудь вот здесь, пускай будет. Распадаться на две трубы. А трубы у меня в этом, в системе, в системе. Нет, шестеренки, стопа трубы. Вы тоже. Хорошо. Видишь? Там столбик мешает, уберите. Хотя можно было не брать, просто чуть выше здесь поставить. Не, наоборот, я хочу ниже. Так вот. Ты будешь крафтить медь. Расплавленную ты, расплавленное железом. Все, вам обоим нужна лава. Убедить сюда. Так, ты, нет, у меня есть обычные конвейеры. Под землю. Так, ты идешь. Так, тебе надо влево. Слева немножко занято. Там кыш. А, и кольцо теперь. Электричество на всякий случай. Так, все, что-то еще вам нужно? А, камень, блин, камень еще вам нужен. А, так это ваш камень, лол. Это же только ваш камень. Никому он больше не нужен здесь. Понятно, сейчас. Сейчас все будет. Тогда, наверное, с этой стороны только это будет. Так. Обратно. На всякий случай, потому что я не помню, куда я там камень деваю. Вдруг он где-то нужен в важном месте. Потому что он в эту сторону идет. Он кому-то здесь нужен. Кто-то он камень себе собирает. Он пускай продолжает собирать. Так, это не поставят. Здесь вроде все нормально. Так, ты что не работаешь? Тебе не хватает. А, камень. Конвейер точно. Ой, эти манипуляторы. Все, по идее. Сейчас дрон достроит, посмотрим, как это работает. Это что за конвейер? А, это бывший конвейер. Можно убрать. Так, все, камень выкладывается, медь пошла, медь здесь производится. Единственное, что здесь нам нужно еще, да, на сталь перейти. Сейчас половина железом забита, половина стали забита. У нас тут полный беспорядок. Но все у нас в любом случае идет в сундук, который, блин, забит наполовину этим, наполовину тем. А у тебя нету фильтра на... На черный? А можно это вот на сталь? Или что там собираешь, что? Да, на сталь тебе нужен. Трубы. Ну, трубы, кстати, по-хорошему, да, надо нормально плавить, но пока лениво. Эти трубы. А, сюда не смотреть же. Десять этих. Ну, короче, то же самое, да? Ничего нового. Так, а что я здесь сломал железо? Так, все восстановил, сталь есть. А зачем здесь? А, это чисто для труб. Лол, а почему просто сразу трубы не делать? А, да?
И надо как-то это все очищать. Выше, да, или столбик мешает, но я хочу сказать, чтобы конвейеру доставало. Ты будешь делать тогда подземные трубы. Тебе же нужно... А, еще расплавленные тоже нужно. Сейчас найдем тебе расплавленное, ладно. Не страшно. Держи свое расплавленное железо. Так. Я, наверное, тогда тоже в этот, в красненький будем собирать. А тебя перекроем. Нет, перекроем. Не надо ничего собирать. Так. Немножко ограничим. Количество у тебя кончилось. Надо, чтобы завод поставил. Сюда складывает. Что здесь плита? Остаточная от старого рецепта, я надеюсь. Ну как ишь. Берите это. Да, он не должен трубы по эти плиты производить. Что эта штука умеет расширяться? Стоп, это может быть литейный умеет так расширяться? Идите, первый раз что такое вижу. Так, дроны. Чего делать вообще? Куда вы летите? Нечего делать. Поставьте мне литейный. Алло, а литейный у вас нету в сети, реально? Где литейный производится? А, они в обычном стоят, сволочи. А кто-то еще в обычном стоит? Там не стоит стоять в обычном. Или не должен. Литейность у нас в самом-самом начале было, поэтому они были, да, действительно в обычном. Но буры еще есть, но буры как будто бы... А, пускай будто бы тоже в этом. Это у нас кого нету? Железобетона? А что с тобой случилось? Бетона тебе не хватает? Железной руды не хватает? А, ну потому что должно быть не в железной руде, а в этом. Блин. Сюда литейную хрен засунешь. Огромная и неповоротливая. Рецепт нельзя смотреть. А почему нельзя смотреть рецепт литейный? А где это можно сделать? Только здесь. А, так, бетонная штука. Каменный блок, расплавленное железо, вода. А зачем мне здесь железобетон, если у меня в нормальном месте нормально крафтится? Да? Он же собирается какой-нибудь красненький сундучочек. Где он вообще? Вот он. А-а-а, даже так. Держи свой красненький сундучочек. Теперь будешь собираться. Так, ну вроде... Вроде почти улетели отсюда. Чего нам не хватает? А, ты штуки все собрал? Это 4000. А, ну как будто бы это 2, это 4, да. Штуки собрал. Все, пока не надо больше. Так, давайте стрелять тут кому-то. Здесь нормально у вас? Никто здесь не обижает? Хватает турелей? Вроде хватает. Так. Короче, надо свалить отсюда. Потому что я хочу запустить эту науку, чтобы изучалось. Если что-то еще понадобится, мы как бы потом заберем. Бля, мне на самом деле я бы... Не, на самом деле много отсюда надо увезти, если в конвейеры, то, что я тут накрафтил. У меня как бы тут крутые заводы по крафту крутых конвейеров. Да, как бы накрафтили много, но увезти это отсюда... Немножко тяжеловато. Ладно, надо хотя бы сколько-то забрать с собой. Эти запросик на... Они по сотне, да, там влезают? Блин, много ракет не влезет. Блин, а по 200 таскать... Потому что это просто синенькие, это даже не зелененькие. Хочу ли я с собой синенький конвейер утащить? Кстати, дроны, блин.
Вы там таскаетесь все, да? Тащите сюда скорость. Очень надо. Кстати, дотаскали до нужного. Вон, хотя бы эти пополнили. О, нормально, скорость уже. А. Ах ты сволочь. Не-не-не, это не так должно работать. Стоп. А, у меня все... Ай! Понятно. Это так нельзя делать. Я протупил. Так. Нет, стоп. Ты, это у тебя просто фильтр должен стоять на... Что ты берешь только второго уровня, во-первых. Это выкидывать отсюда. А здесь должен стоять, получается, обычный с ограничениями. Например, так. Я даже не так, а просто один. А можно в сундуке, чтобы как-то можно как будто бы сделать было, не? Ограничить количество, чтобы мне прям тут много не собиралось. Да, здесь много единичных. А единичные вам нужны? Не, а, и, нет, стоп. Стоп, что я делаю? А, мне все на одном конвейере? А, да? А здесь у меня так же было? Мне сюда заходит вообще не. Здесь первые. А, да, они реально берут с этого и кладут с этого. Что? Это что за система? Это кто придумал? А, да, мне здесь реально не с одного. Но тут проблема то, что... А, красненький закончился. Вот в чем проблема. У этих-то вроде нет. Короче, я не понимаю, какие там лежат, но там вроде все единички. Что двоечки должны быть на вот этой стороне. Сюда двоечек не должно быть. У тебя в руках вроде... А, у тебя в руках неправильно. Убирай это нахер. А, нет, правильно, стоп, второй. А какой у него должен быть? Нет, все правильно, у него второй, у него не первый. Нет, короче, это все должно работать. Да, красненький вернулся. Красненький, ну что у вас случилось? Вам просто мало этих заводов. Ну, короче, красненький надо Ctrl-C, Ctrl-V делать. У них пластмассы зеленых хватает, у них просто не хватает самих красненьких. Так, я могу себе позволить? Места-то не очень много. И непонятно, проползет ли сволочь тут, заденет ли. У нас, учитывая, что одна ядерка, надо, короче, одну ядерку слить и фиг с ним, не париться насчет этого жука. Так, стоп, чай с машинки пошел. А конвейер я так не заказал? Жалко конвейера, не знаю. Бура может реально унести с литейными. Блин, литейные, конечно, долго придется перетаскивать. А сколько вы хотя бы можете сказать? Так, здесь много. 20. В целом неплохо. Ой, кстати, ну, нет, ладно, казалось. Ну, тут места много, но тут нет, лава пошла сразу же. Где эта скотина ползает? Мы, кстати, по-моему, недавно видели. Он вниз, по-моему, полз, да? То есть, наверное, где-нибудь снизу прополз. Сюда. Еще нету. Там нижний. А, вон он. Вот сюда, да. Что здесь никак не проехать? Чел, стой. А тебя можно хвостик убить? Ну-ка. Так, подальше. О, уголь. Кстати, уголь надо посмотреть, сколько здесь. Ну-ка, хвостик. Не, хвостиком пофиг. Надо в голову именно. Надо именно в голову. Развалился. Так, что за уголь? А, уголь... А. Нет, стоп. А, это не уголь? Это просто... Пол такой. Я понял. А это? И это не уголь.
Да, это просто земля, ладно, хорошо. Это чисто в теории тоже хорошее место. А, ну это, кстати, то самое, которое я и видел, да. Это, ну, то есть тут единственная лава, вот это озеро, будет беспокоить. Ну, от скал, если все почистить, то тут можно хорошо зажить. А чем еще, кстати, здесь раскрыли? Давайте полностью территорию посмотрим. Раз жучка здесь грохнули. Я здесь не выйду, да? Если вот это убрать... Ничего тут нету, да? Это ресурсы прям очень странно здесь расположены. Вот, кстати, неплохо расположены ресурсы, но это средняя зона. А, здесь очень, кстати, много вольфрама. О, я... Ой, там еще одна? Что? А почему здесь так много вольфрама? Просто три пачки в одном месте? Серьезно? Мне кажется, я знаю со 100% вероятностью, где я буду добывать вольфрам на этой планете в ближайшее время. Мне что, назад здесь? Куда я заехал? А, что? 3 миллиона здесь, 4 здесь, 4 здесь и еще здесь сколько-то. What? Это что за спам такой? С вольфрам, а сколько мне там осталось? 100 тысяч? О, мне, кстати, кончается вольфрам. Как будто бы надо идти... добывать 76. Ну-ка, ну здесь, кстати, миллион есть, но опять же он такой маленький этот радиус, то есть площадь точнее, и на него буры тяжело ставить, но это плохие, плюс там. Но вот это тоже хорошенький, но там уже какой-нибудь большой ползает. Не знаю, какой это размер. Ну, средний, наверное, еще пока что. Вот этот вроде большой. Это нас не интересует. Вот это нас супер интересует. Сюда надо прям в ближайшее время прийти. Но сюда уже, наверное, на поездах надо будет как-то приходить. 4. А, это тоже на карте выделилось. Окей. Так. Я хочу все-таки к верхней штуке проехать, посмотреть, сколько там. Это планета. Причем просто маленькая лужица, по которой нельзя проехать. О, нифига здесь кусочек. Охренеть. Это что за подгон такой? Да, тут еще и уголь? Серьезно? Что? Такое вообще существует? Тут у нас и кальцит, и вольфрам, и уголь. Серной кислоты только не хватает. Охренеть. А сколько у меня, кстати, осталось? 9000%. А сколько изначально было? Ну, нельзя как-то посмотреть, сколько изначально? Сколько мы уже и потратили? Так, ну серная кислота... кстати, да, где у меня серная кислота ближайшая? На всякий случай. Нет, не ищет, а как ты называешься? Серная кислота с общей доходностью. А что не ищешь? Ой, искало. Не может. Что? Ну, вот что теперь не так? Серная она может быть? Серная, мне кажется, это немного другая кислота. А в чем она ее не ищет? Что случилось? Поиск, давай. Ну хорошо, кислота. Кислота. Ой, кислота ищет. А, у меня вот здесь, кстати, 15 тысяч. Ну, там мало этих, но это 15 тысяч. Кстати, ну, блин, опять маленькая площадь. Ну, окей, если что... А, это в этой же области. Короче, надо вот эту область почистить. Здесь очень много скал, убрать все скалы. Здесь можно реально какое-нибудь развитие крутое устроить. То есть можно даже поезда, мне кажется, никуда не таскать, просто здесь добывать. Очистить единственное, что вот эти штуки как-то... А, ну, блин, а я не знаю, кстати... Да как такое добывать? Вот это наверх, например, мы можем собрать это куда-нибудь сюда.
Дронами куда? А, ну дронами можно перетаскать, если вдруг что. Какое-то в другое место получше и на поездах вывести, если что. Через надземные. Короче, ладно, разберемся. Здесь такая серная. Тут нет ничего. Сколько? А, да? Ну, она находится в большой области, скорее всего. То есть это средняя, наверное, область. С средним жуком, это с большим. То есть мне не дадут отсюда добывать. 124 тысячи. Внезапно. То больше. Ну, типа 60, по 50. А, стоп, а здесь вообще на 115. А, стоп, куда я... Стоп, они все, может, большие? Может, здесь 97? Нет. Здесь не 97, к сожалению. Блин. А, ну, кстати, короче, вот это можно добывать где-то. 115. Главное здесь жучка почистить. Да, короче, ладно, с серной тоже проблем нету. Вообще, у нас здесь, наверное, вообще ни с какими ресурсами проблем нету вот теперь. Все, можно валить отсюда. Когда-нибудь я вылечу с этой планеты. Если я только выйду. Ты лавы со скалами и прочим. Надо еще, кстати, дронов, чтобы они эти чистили штуки. Не мне в инвентаре, а в сундучки складывали. Я, по идее, все к этому готово. Так что будем тут заниматься этим очищением, прочей херней. Так, куда я еду? Мне надо направо, да? Все, надо улетать на планету, короче, привозить баночки, начать изучение, сделать теплоплатформу с белыми пакетами нормальную, отдельную. Автономную, так сказать. И... Может, на другую планету полететь? О, ха-ха. А что ты мигаешь? А, это тот самый? Тебе не хватило? Сколько тебе не хватило? Мне нет с собой. Ой, ой, нет, не надо, не надо, не надо, не надо, не надо, тихо, 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 успокойтесь. Да я не склик. Так, где этот сундук был? Вот он, мигает. Нормально. О, это они за железобетоном сразу полетели, да? Там кому-то не хватало сверху, видимо. Красненьких, кстати, не хватает. А, уже нормально красненькие, да? Застакались. А у вас кто? А, это моя. А, у меня ремонтные кончились. Держите. Машинку мы сможем. Все. Да, блин. Так, ну что, прощай, планета. Буду тебе скучать. В скобочках нет. Так, отправиться на космическую платформу. Да. Я готов. Наверное, я все сделал. Ну, дальше, если что, дроны за нас все сделают. Мы как бы оставляем эту планету на их совести. Пускай работают. Все, мы полетели. Дефендер. С Дефендера вернемся к себе. А, у нас тут много дел накопилось. В скобочках там надо железо настроить. Железную дорожку провести к нему. А то у нас, короче, оно как бы доходит. Но она циклично доходит, нам не, ну, вот от цикла избавиться вот этого. То есть сейчас, например, вот не идет железная руда. В это время сейчас вот это все доделается. А печки встанут, и какое-то время меня не будет. То есть у меня там... А, у меня, да, но вот сейчас нету. А, хотя, кстати, сейчас я, наверное... А на что она тратится? Стоп. На что ты тратишься? Ну, короче, сейчас мы запуск науки здесь допустим, и у нас появится эта проблема. Плюс у нас проблема с... Камнем была тоже. А
но с камнем была, потому что у нас черные пакеты крафтились. Если мы сейчас не будем их крафтить. Да, сейчас это все застакалось. Это понятно. Это нас не интересует. Странно, что здесь, кстати, железо куда-то тратится. Оно интересно крафтит. Я патроны накрафтил здесь, ну-ка, патроны. Как у вас дела? Нет? А в чем у вас проблема? У вас красненьких, может, не хватает? Или... А, может, уран кончился? Может, вы медленно крафтитесь? Или красненьким им реально не хватает? Да нет. Странно. Просто медленный крафт. Видимо, надо, короче, два сюда этих поставить. Один слишком медленный. Я дорого перевозить на нашу планету, точнее, на нашу платформу. Размер пачки 100. Ну, кстати, на этот, на платформу можно засунуть их. Так, а мы где? Мы прилетели? Да, мы прилетели. Все, погнали домой. На Наувис. Кстати, буры, да, можно нас захватить с собой. Считаю, что мы эти. Сейчас железную руду собираемся добывать. Они там не накрафчены, надо дождаться, когда они накрафтятся. Кстати, надо подумать, что если мы от белых пакетов здесь хотим избавиться, на что мы их хотим заменить? Точнее, на что понятно? Надо придумать как. То есть надо, наверное, ну, блин, по два этих всего лишь скрафтить. У нас будет две воды здесь стоять, например, два огня, два... Кто вообще? Кислитель. Два кислителя. А ты кто? Топливо. Так, что, нормально все? Не, ну как будто два ряда турели, это вообще изи справиться. У этих астероидов ноль шансов. Типа, ну что? Его просто разорвало. Даже чухаться не успел. Можно, кстати, вот эти всякие штуки... А, ты долго тратишь, да? То есть второй, может быть, эту хрень построить. Так, мы прилетели, нам приземлиться надо, да? А... Чё он другие планеты предлагает? Мы же не можем на другие. Или можно с платформы на другую планету приземлиться? Чё-то я сильно сомневаюсь в этом. Как мы прилетим там? О, нет, мы вернулись домой. Так, дроны, я так понимаю, вы у меня тут потырили ресурсики, да? Откуда у меня здесь уголь? Камень какой-то, что вообще? Так, ну... Что мне из этого надо? Все, ладно, потом разберемся. Так, о, машинка, кстати, быстрая. А, у меня, блин, у меня эта машинка на каком-то лоховском топливе ездила. Что-то даже забыл про это. Даже не на твердо. Ой, фу, фу. У меня при этом как бы есть нормальные штуки. Кстати, да, машинка-то из-за этого супер медленная была. Да ладно, на этой планете быстро не поездишь. Ой, блин. Какая же здесь просто свобода. Как же здесь можно просто по прямой кататься. Никаких лавов этих, никаких скал. Ой, какой комфорт. Ультра-омега кайф. Так, во-первых, оранжевые. Надо начать с них. Как бы не просто так их сюда привезли. А, так, дефендера привез нам оранжевый. Сбрасываю всем. Все, пошел сброс. А, теперь... Так вот, ты будешь таскать оранжевенькие. Да мы красные сожрали, не понимаю. Сволочи, прожорливы. Эй. Оранжевый, тут надо там фильтр поставить на них.
оранжики пошли. Хорошо. Погнали. Первое, что нам надо, скалы. Скалы, как бы. Да. Нам причем не только на той планете, нам на этой планете нужны уничтожение скал. Затем. Так, ну-ка еще раз. О, артиллерию, да, хочу артиллерию. Блин, модули скорости тут надо будет вывозить. Что-то зелененькие конвейеры меня немного расстраивают. Не уверен в них. Конвейеры. Просто так, где им применение найти, если, например... Не понимаю, зеленый конвейер пока. Как будто бы это просто юзлесные конвейеры для галочки. Ну, потому что на той планете они дискомфортно себя чувствуют. На эту их перевозить. Тяжеловато. Причем там, по-моему, есть улучшенный манипулятор еще, белый пакетный, который теперь называется, да? Насколько они лучше? Найти бы их еще? Или мы их уже... Стоп, или мне показалось? Разве не было белых манипуляторов? Так, ну-ка, где вообще манипуляторы? Манипулятор, манипулятор. Вот, например, зелененький. А, вот он. Чем-то лучше. Размер пачки 5 плюс 11. А поворот скорость такая же, вот. А чем он лучше? Размер пачки 5 плюс 11. Типа изначально размер пачки больше, а у тебя что-то другое что-то? У тебя 1 плюс 1. А, ну короче, на 4 больше. Вау, полезно. Так, ну что, пойдемте, наверное, этот все-таки. Правда, много всего надо. Я с собой ничего нет. Ладно, пойдемте доберем реально ресурсы. Нам нужны рельсы. А, кстати, машинки, может быть, что-то есть. Машинки только сталь. Так, рельсы нам нужны, раз мы будем железную дорогу строить. А нам нужны локомотивы, у меня есть? Нету? Ну да, нету. Мне надо, наверное, два. Дальше нужны... Блин, я до сих пор на синеньких здесь сижу, да? Может быть, зелененькие уже начать делать? Шестеренка нужна. Электросхема, красная схема. Ну... Чего здесь не хватает? Красных схем здесь не хватает. Насчет искать красные схемы этим. Так, тебе нужен зелененький. На синенький. На самом деле, я как бы сюда подстроился. Не, вон шестеренки здесь еще можно цеплять, хорошо. Блин, здесь желтые. Блин, желтые, возможно, мне даже конвейеры не принесут, поэтому дайте красные. Так вот. А, зеленые. Ладно, зеленые пускай тоже сюда таскают. И выгружать все сюда. Пока накрафтывают. Синик здесь. Планета для красных манипуляторов, да? Не, мы здесь не крафтим. Но мы, кстати, могли с собой литейные забрать, да?